Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях за минувшую неделю в церковной жизни Ставропольской и Невинномысской епархии. Двадцатого марта, в пятницу третьей седмицы Великого Поста, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил литургию преждесвященных даров в Иоанно-Мариинском женском монастыре города Ставрополя. На территории обители правящего архиерея встречали настоятельница монастыря игумения Иоанна Лихоманова с сестрами обители и настоятель Петропавловского мужского монастыря города Светлограда игумен Кирилл Никитин. Его высокопресвященству сослужило духовенство епархии. На сугубо Ектении было прочитано прошение из молебного пения во время губительного поветрия и смертоносной заразы, которая была установлена после одной из болезненных эпидемий в Российской империи и находится в православном требнике. По благословению митрополита Кирилла во всех храмах Ставропольской епархии с этого дня за каждой божественной литургией будут прочитываться эти четыре прошения, а также молитва ко Господу, чтобы он отвел эпидемию от всего мира, страны и города. Господи Боже наш, призри с высоты святые Твои на молитву нас грешных и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами Твоими, но отврати страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли губительное прещение, устави грозный Твой меч, невидимо безвременно секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти души наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе милосердному, благоуветливому и благопременительному Богу нашему припадающих. Твое боесть же миловать и спасати нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. 21 марта, в канун крестопоклонной недели Великого Поста, владыка Кирилл совершил всеночное бдение в Казанском кафедральном соборе. Перед началом богослужения в Казанский собор был доставлен крест из крестово-сдвиженского храма. Обычно святыню переносили крестным ходом, но в этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции традиция была изменена. В главном храме краевой столицы крест будет находиться до праздника воздвижения креста Господня. Во время богослужения из алтаря на середину храма был вынесен крест, которому поклонились священнослужители и прихожане. Этот крест содержит в себе частицу животворящего креста Господня, на котором был распят Спаситель. Святыня была доставлена в Ставрополь в конце 2015 года из монастыря Ставровуним. Поклонение кресту призвано напомнить верующим о том, что путь к воскресению лежит через крест, и спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий. Обратно в алтарь крест уносится в пятницу 4-й седмицы Великого Поста. На следующий день, сам праздник, владыка совершил божественную литургию в главном соборе Ставрополя. За литургией были провозглашены специальные прошения, прочитана молитва в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По завершении божественной литургии было совершено славление и поклонение честному и животворящему кресту Господню. Высокопресвященнейший владыка обратился к пастве с проповедью, который поздравил собравшихся с крестопоклонной неделей и пожелал всем помощи Божией и крепости духа в это нелегкое время. 25 марта, в среду 4-й седмицы Великого Поста, владыка с архипастырским визитом посетил храм преподобного Сергия Радонежского. На территории храма митрополита встречали настоятель храма протоиерей Александр Гамзяк и клирики храма.
В данный момент завершается роспись стен храма преподобного Сергия, поэтому все богослужения совершаются в Нижнем храме святого великомученика Георгия Победоносца. Владыка возглавил здесь служение литургии преждесвященных даров, богослужение, которое совершается только в дни Великого Поста. Всем дан и пристой великий Бог. Аминь. О Господи, по окончании литургии митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка подчеркнул, что сегодня в дни испытаний надо обязательно соблюдать все рекомендации врачей. Но самое главное – верить и усилить молитву, прибегать к святым таинствам исповеди и причастию. Также владыка призвал помогать тем, кто вынужден оставаться дома в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе. Пожалуйста, сигнальте, кого можно, может быть, причастить на дому, может быть, пособоровать на дому. Может быть, какие-то необходимые продукты питания, которые необходимы вашим прихожанам, которые сегодня дома остались на долгое время. Пожалуйста, и священники, и сами прихожане, сигнальте, указывайте, говорите, звоните. Обязательно священники будут приезжать, причащать, соборовать, и в том числе, насколько возможно, будем помогать и, как скажем, с продуктами питания, и с другими вопросами, которые мы обязаны выполнять для наших, в первую очередь, в том числе прихожан, ну и не только. Всем здоровья, милости Божией, радости, никакого уныния, утешения всех причастников с принятием святых крестовых тайн. Владыка ознакомился с ходом иконописных работ в храме преподобного Сергия и дал свои рекомендации. Также владыка принял участие в облагораживании территории храма, посадки кустов белых роз в память 75-летия победы в Великой Отечественной войне перед зданием Духовно-просветительского центра. Продолжается Великий пост – особое время в жизни церкви и православных христиан. Меняется полностью уклад жизни, в том числе и богослужебный. В будни Великого поста не служится полная литургия. Связано это с тем, что она является самым торжественным и радостным событием в богослужебном круге. Вместо нее по средам и пятницам совершается литургия преждесвященных даров. Действительно, эта литургия совершается только в период Великого Поста. И это время, эти сроки определены нашими соборами. Традиция совершения литургии преждесвященных даров – одна из древнейших традиций. Вот, по мнению историков нашей церкви, которая основывается на свидетельствах святых отцов, традиция совершать литургию преждесвященных даров мы уже можем наблюдать в древнехристианских общинах. Да, она, конечно, носила разный характер, разные виды. В разных местах это происходило по-разному. Практика служения литургии преждесвященных даров связана с тем, что для христиан всегда было важно сохранять единство со Спасителем. Не только в учении или образе жизни, но самое главное – через соединение с Ним в причастии Его тела и крови. А литургия, которая совершается в настоящее время, она не только древнейший характер, но и она является выражением образа жизни церковной общины именно в период Великого Поста. А почему? А потому что пост изменяет нашу жизнь. Ну, по крайней мере, призван изменить нашу жизнь. И мы, конечно, повинуясь побуждению церкви, стараемся следовать этим принципам наполнения жизни новым содержанием, очищением от грехов, постановкой новых духовных задач. И стяжанием, конечно же, как результат всех этих наших усилий, стяжанием благодати Духа Святаго. И пост – это некий путь. Путь покаяния, путь смиренномудрия, путь кротости, путь печалования о грехах, исповедания их, путь обретения новой жизни. Это непростой путь. Что происходит во время Великого Поста? Привычный богослужебный ритм сбивается и перестраивается на великопостный. В
частности, литургию святителя Иоанна Златоуста служат только в субботу, литургию святителя Василия Великого – по воскресеньям. Соответственно, присуществление даров происходит только в субботу и воскресенье. В современной традиции Русской Православной Церкви за литургией преждесвященных даров не причащают младенцев. Когда мы совершаем литургию преждесвященных даров, мы используем для этого преждеосвященные дары, то есть дары, которые были освящены на литургии, ближайшей литургии, вот воскресной литургии или субботней литургии. Эти дары находятся в алтаре на Святом Престоле, вот, благоговейно сохраняются, да, и собой представляют агнец, напоенный агнец, тело Господне, напоенное кровью Христовой. Во время совершения литургии преждеосвященных даров, чина литургии преждеосвященных даров, этот агнец с кровью Христовой погружается в чашу, уже наполненную вином, соединенным с водой. И мы причащаемся, собственно, вот как частицей освященного тела и крови Господа. А вот то вещество, в котором тело и кровь Господа растворяется, вот, оно остается, ну, в нашей, по крайней мере, богослужебной практике, тоже святыней, но неравнозначной святыней крови Христа. Наша Церковь воистину сокровищница истины и премудрости, которая сохраняется для того, чтобы каждый верующий в Господа имел возможность через жизнь Церкви приобщиться к красоте и премудрости. Одним из уникальнейших и красивейших богослужений нашей Церкви является литургия преждеосвященных даров. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией, мира, благословения, крепости душевных и телесных сил в продолжающийся Великий пост. Желаем вам, чтобы вы стали победителями своими страстями и в конце Великого поста могли с чистым сердцем принести радостное ликование воскресшему Спасителю. Спаси Господь, до новых встреч!